А спонсор этого выпуска – сервис GoAppCash. Регистрируйтесь в системе, устанавливайте новые приложения и получайте за это деньги. От 5 до 150 рублей за каждую установку. Все приложения абсолютно бесплатны для ваших iOS и Android устройств. Никаких вирусов и мошеннических программ. Легкий вывод денег и гарантии безопасности. Ссылка на сервис в описании под видео. Я опять просто на Зенторна пойду, ну вас нафиг. Эй, вы где? А Михакер, ты что там стоишь, это показываешь, не факт? Ничего я тебе не показывал. Продолжаем гоняться. Highway Jumps. Да тоже. Хилдор, ты что возбудился? Тебя Михакер возбудил? Че у вас всех таких клаксоны модные? А че я в самом конце стою? Ну потому что... И все раньше меня стартовали. Это судьба. Да-да-да. What the fuck? Эй, скоты! Суки, я вас догоню, всё. Сворачивайся. Просто не съедешь, пошел вон. Готовьте сраку. Я от первого лица еду, кстати. Не, лучше так не ехать, отвечаю, серьезно. Вы паскуды! Оу! Нихуя себе! Я, бля, контрольную не взял, вы чё, дебилы? Да возьмите контрольную пачку! Хелдор, сучка! Чё там? Нихера, я куда-то на здание залетел! Да, рулю! Поехали, поехали, переворачивайся, говно! Вот твою мать! Я 10 из 10. Ты 10, все понятно. Я 8, Хелдор! Хелдор! Я последний. Микки, ты что, последний? Че машину кренит в эту сторону, я никак не могу понять. Знаю. Это? Трамплинов куча будет, все отстанут и... Я теперь понял, как эти трамплины проходить, не надо газовать. Иначе перевернешься нахер. Ага, есть, все, есть. А если не будешь газовать, то и перелетишь просто. Нет, в конце не газовать, когда летишь уже. Ну в жопу, я лучше объеду по кругу. О господи, что там впереди? Я лучше по кругу объеду. Спасибо за подсказку, Микки. Тут вагон. Я 4-й. Я 10-й, отлично. Серьезно, там нельзя проехать? Нет, там вагоны стоят. Там вагонами дорогу перегородили. Ох ты ж, блядь, я в стороне. Нет, есть. На кого я упал? На меня. Слушай, я помню эту гонку. А нет, не помню. Не помню. Но она похожа на одну. Тут надо было гору перелететь на финише. Ни хрена. Я не туда лечу, я сейчас моста упаду. Нет. Я второй еду. Я вообще с полной задницы. Фига там чувак летает. Так, грёбаная Зенторна, не прёт, и всё, не в какую. А, дерьмо! Дерьмо, да. Михугер, да на каком месте? Да, второго пока что. Вы чё? Вот сейчас я буду где-то в конце. Да ну нахрен! Я понял, просто ты ехать кругом лучше. Нет, ты там не объедешь. Не объедешь? Да, лучше не газуй сильно и перепрыгни аккуратненько. Чё за... Ладно, взорвался, да ну чё, ну нет. Вы чё, больные? Михакер на первой позиции? Чё не так? Нет, я не на первой. Уже. Михакер, ты ли это? Я не на первой. Да блять, я на пятом. О, опять через военную базу летать. Ну тут хоть ментов нету. А, кстати, надо было включить ментов. А сколько точек, кстати? Мне вчера гонка с ментами была адская. Сколько точек контрольных? Вот так посмотри. А как? Вниз нажать 10... 10 из 10. 44 контрольные точки. А, да. 20... Ладно, они там заспавнился. Миш, Смики обгонят. Ай, не обгонят. У вас там хоть 6. Погоняться друг с другом, вообще догнать никого не могу. Ты там догнать не можешь, я вообще 10-й, кого я вот могу догнать? Например? Там ты с Хелдором воюешь. Каким Хелдором? Я вообще ни с кем не воюю, я в жопе полный. Кирилл, давай на первую позицию? Да ладно. Вы чё, вы попутали? Я там должен был ехать.
Ну брейн там огет что. О, уже финиш. Я третий. Шесть, я не финиширую, походу. Я только. Я просто нафиг не финиширую. Вот и все. А, вот она моя Зенторна. Вот сейчас возьму что-нибудь другое, то что управляется получше. Я на Зенторна третий пришел. Нет, здесь думаю, скорость ни к чему будет. Все дело в прокладке между сиденьем и рулем. Да? Ну это хорошо. Пип-пип-пип. В общем, вы готовы? Абсолютно yes! У Хуадова опять прокачанная тачка. Я не газанул. Да, хорошо, первый трамплин. О, нет! Это было! Я взорвался. Ну вот и все. Тут чья-то жопа. Я единственный, кто взорвался. О, квантум 10. Я просто единственный, кто взорвался на этой карте. Из-за того, что на меня кто-то упал. Че, хорошо первым ехать, а? Квантум. Какой первый? Я не первый, а десятый. Не, мы первым стартовать, хорошо ты говорил. Меня там первым это... Первым хорошо стартовать. Вот, подбедствие. Первым хорошо стартовать. Я последним стартовал, и я обрезался, и все. На этом моя история закончилась. Не, ну Бугатти вперёд. Вы чё, собаки? Как они таранятся, это просто капец. Они просто прижимают. А, да, они... Евразия, вообще пи***ц. Просто жесть. Я уже на 9-й позиции. Я был вообще на 2-й, остался. Хватит нахрен, таранят. Нет, ну зачем тут пальму-то посадили? Откуда ты красная? Дурацкий дизайн ландшафта. О, хакер, твою мать. Давай, респаунимся. Меня жмут с двух сторон. Халдор, иди нахрен. Оу, а как тут? Охренеть! Как тут надо было проехать? Вообще жопа какая-то. Охренеть, тут надо между двумя этими шнягами проехать. Да, дальше не попадешь, туда хрен попадешь. Охренеть. А что, я прям в воду надо? Нет, я стеки стал. Какого хрена, я второй, но почему-то я в воде тут плавал. Я пузом сел, подтолкните меня, я застрял! Не толкайте его, нет, не надо. Ааа, черт! Я криво посаженный задницу. Посаженный таз, пацаны, я застрял, вытащите меня! Посаженный таз радует шоколадный глаз. А, нет! Почему вы все в обратную сторону едете, я не могу понять. Я тоже, я вообще не могу запрыгнуть, если может... я пятый. Ну, хрень, надо запрыгнуть. Да еб***а, на трамплин, чик. Нет, нет, возьми точку, да, сука. Ходи, нужно. Ну, нереально запрыгнуть, лоу. Как так? Как отсюда выехать, вопрос. Вот так, развернуться. Ага, понятно. А, ты, сучка, ты что делаешь? Делают. Не, вообще ужасная гонка, у меня еще тачка посажена, я там. О, кто-то вылетел, ехать. Блин, прям мне в лицо. Да, ты не можешь нормально запрыгнуть, что ли? Какая? Да, четвертый стал пятый, Микки, ты какой? Да так. Чтоб тебя! Тихо, я третий. Я уже шестой, блин. Так. Ты чё в очко посыпал? Я продолжаю гонку, продолжаю двигаться. Да охренеть, контроль точку. Это очень хорошо. Жик, не уходи, ты тоже девушка. Вы мне все нужны. Мне нужны ваши гребаные черные задницы. А тут что, несколько кругов, что ли? Вот, сука, куда ты чё, ехал? Папа? По лесенке надо спуститься. Погоди. Все есть твари. Я запрыгнул. Это да, гонка тут... с несколькими кругами? Походу, да. Да. Это же скач. Это же попа-бой. Вот второй круг начался. Я второй круг еду. Да затрахали летать здесь летчики обоссаны. Воу, это как так? Зенторна, ты чё? Воу, чё творится? Да вы издеваетесь! Бомбёжка. А ты как босс? Да я перепрыгиваю с трамплина, они взлетают там, грёбаные мерсеры обоссаны. Ну чё на трамплине? Ты какой? Хелдор пошел с дороги, ведьма. Иди отсюда, хрен тебе.
Господи, господи, ой, куда я приехал? Ничего не туда. Говорил тебе, ставь один круг. Нет, ему не нравится. Я под тебя обгоню сейчас. Ты ничего про круги не говорил. Посмотри назад, Хилдор. Он взрывается. Не буду. Правильно, потому что перевернулся. Бордюр я врезал. Жень. Микки, ты какой? Я третий. Да ебаные пальмы, вы запарили уже меня второй раз. Хрена я далеко лечу. Да прям поешь ты, мать! Как же это первый раз запрыгнул? Да кто тут заспавнился? Вы чё, прям передо мной? А как так? Да? Чё там? Ты какой, Халдор? Да ну нахер! Что такое? Ай, мимо улетел. Четвёртый я уже ёлки мотал. Ну ты по четвёртый, я вообще девятый. Давай, Микки, скорее. Так. А вон их у нас поехал. Аккуратненько, нет, ну нет, какого нет. Дьявола-то вы чё издеваетесь? Надо ровно прям приземляться на эту хрень. Прям вообще, да. Дьявольская хрень. Да там еще когда все летать начинают, это вообще жесть. А когда обратно еще летят, взлетят. Да, через нее перелетать и в тебя все врезаются. А еще когда у тебя тачка посаженная, не пролазит. Ой, я в воду слетел, зышкин ты кот. О, есть, я взял чекпоинт, это радует на самом деле. Ау, тут меня встречный влетел. Заебись, блять. Вот теперь фон, про что я говорил, про меня встречный говорил. Да. Он, видимо, тоже был не рад. Привет. О, уже квантум здесь. Привет. Тя-тя-тя-тя, я взял чекпоинт. Нет, давай. Переворачивайся, чебурашка. Квантум везде упал. Сука, кто там? Даниэль Дельфо, блядь. Какая тварь меня врезалась? Двигайся, чувак, двигайся. Я не знаю, что у нас застряло! Ты хакер, помоги мне! Микки, сейчас, помоги! Я еще и развернулся! Я застрял! Обоссанная тачка посаженная! Ненавижу посаженные вас! Третий круг, наконец! Меня сбили нахрен! Ой, это финиш! Ну ты четвертый, все, я пятый! Есть! Я восьмой, блин! Ух! Пожалуйста, задавайте гонку, уже завершим, финишируйте, мужики. Эбил Микки самый первый из всех нас. Блин, 20 секунд осталось. Ах, нет, куда я улетел? Нырнул. Бух. Твою. Ильпинчиком. Давай, я успею, 9 секунд. Восьмой, хотя бы, ладно. 4, 3, 2, 1. С Новым годом!